Всем привет, друзья! Кто не любит фильмы о супергероях? В современном мире таких людей, пожалуй, почти не осталось. Всегда приятно представлять, как человек выходит за пределы возможностей собственного тела и творит что-то по-настоящему грандиозное, даже если в жизни такое невозможно чисто физически. Что ж, поверьте, реальных уникумов со сверхчеловеческими способностями куда больше, чем вы привыкли считать. Именно о них мы и расскажем в этом ролике, а вы не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые познавательные видео. Поехали! Слепой изобретатель. Некоторые люди ошибочно считают, что летучие мыши обладают острейшим зрением. Все логично. Как еще бы они ориентировались в темноте? Однако, если завязать млекопитающему глаза, то оно все равно будет облетать все препятствия. Объяснить такой феномен очень легко. Летучие мыши передвигаются в пространстве благодаря эхолокации. Сначала зверь издает ультразвук, который человек просто не способен услышать, а затем анализирует, как звуковая волна отражается от окружающих предметов, и на основе этого строит свой маршрут. Вы можете справедливо заметить: «Эй, вы обещали ролик о супергероях, причем здесь летучие мыши?» Здесь-то и кроется главный сюрприз. Дело в том, что среди людей тоже есть те, кто владеет мастерством эхолокации. Настоящего пионера этого движения зовут Дэниел Киш. Американец ослеп из-за осложнений от ретинобластомы, когда ему был всего лишь год от роду. Киш ведет абсолютно обычную жизнь, которая никак не отличается от жизни зрячего человека. Он даже спокойно рассекает по городу на велике, как и любой другой участник дорожного движения. В этом ему помогает глубокое понимание природы отражения звуков, которые он сам же и воспроизводит для ориентации в пространстве. Кстати, мужчина также передает свои ценные знания и другим слепым. На сегодняшний день он обучил эхолокации несколько сотен взрослых и детей. Просто невероятно, правда? Герой кошмаров. Что нужно человеку для того, чтобы стать голливудским актером? Многие скажут: талант и идеальная внешность. Вернее, внешность, которая полностью отвечает современным стандартам красоты. Но дело в том, что стандарты постоянно меняются, и теперь в кино все чаще можно увидеть людей необычной комплекции. Испанский актер Хавьер Ботет – один из них. Правда, без грима вы наверняка его не узнаете. Рост этого парня больше 2 метров, а вес всего 56 килограммов. Его необычное телосложение – связано с врожденным заболеванием под названием синдром Марфана. Кстати, он не такой уж и редкий, встречается у 1 из 5000 обитателей Земли. И как оказалось, в кино люди с таким необычным телом и настолько живой мимикой, как у Хавьера, очень даже нужны. Особенно в жанре хорроров, на которых испанец и специализируется. Благодаря труду костюмеров и гримеров актер перевоплощается в безобразных монстров, зомби и пришельцев. Например, вы могли видеть его в фильмах «Оно» и «Мама». Да-да, чудища из кино далеко не всегда рисуются на компьютере. Но самое удивительное, что в жизни Хавьер – чрезвычайно скромный и добродушный парень. Вот что называется настоящим чудом перевоплощения. Повелитель рептилий. Известно, что человек много сотен лет назад узнал о целительных свойствах змеиного яда. Но вместе с этим открытием появилась и проблема – как именно добывать ценное вещество, при этом не жертвуя жизнью? Именно так возникла профессия змеелова – человек, который знает о змеях все и может сцедить яд даже из организма смертельно опасной рептилии. Всего таких умельцев на планете раз-два и обчелся. Один из них – это всемирно известный Алишер Ерматов из Узбекистана. Для него кобры уже давно стали настоящими членами семьи, и это не просто преувеличение. Рептилии живут со змееловом под одной крышей, ведь именно они источник ценного яда, а значит и благосостояние семьи удивительного заклинателя. Ну а сами кобры к Ерматову так привыкли, что уже даже целуют его, как обычные домашние собаки. И смотреть на это все без содрогания, конечно, решительно невозможно. Особенно зная, что питомцы кусали мужчину бесчисленное количество раз, а порой он чудом избегал смерти. Отменный вкус. Признайтесь честно, вы считаете вкус зеленой спаржи или брокколи ужасным? Или, может, черный кофе кажется вам чересчур кислым?
Если ваш ответ «да», то у нас хорошие новости. Возможно, вместе с австралийским радиоведущим Джейсоном Хокинсом вы входите в 25% населения Земли, которым посчастливилось обладать особенно чувствительными органами вкуса. Мы даже можем поделиться способом это выяснить. Для начала понадобится пищевой краситель синего цвета. Его вы найдете в любом супермаркете. Теперь нанесите вещество на нижнюю часть вашего языка с помощью ватной палочки. После этого возьмите кусочек бумаги с маленьким отверстием. Диаметр примерно 6 миллиметров. Приложите его к окрашенной части языка, сделайте фото на камеру с макрорежимом и просто посчитайте количество бугорков на этой площади. Это вкусовые рецепторы. Именно они и позволяют вам различать разные вкусы. Если бугорков будет больше 35, поздравляем, вы избранный. Бог выносливости. Помните, как легендарный герой в исполнении Тома Хэнкса, Форрест Гамп, убегает из дома после расставания с любимой Дженни? Каждый зритель, который когда-либо смотрел этот фильм, наверняка задавался вопросом, как этот парень сумел 3 года подряд бежать практически без остановки? Что ж, возможно, дело совсем не в преувеличении режиссера. Такие железные бегуны действительно существуют. Наиболее яркий пример — это сверхмарафонец Дин Карнасис, который в 2005 году пробежал 560 километров за 80 часов, при этом ни разу не прервавшись на сон. Еще одно фантастическое достижение спортсмена — это 50 марафонов в 50 штатах США, которые он пробежал за 50 дней. А самое удивительное, что Дин способен бегать при совершенно любых погодных условиях. Он ставил рекорды и в невыносимо жаркой долине смерти, и на морозном Северном полюсе. Ну и кто после этого скажет, что супергероев не существует? Бесстрашный дайвер. Есть мнение, что акулы на самом деле совсем не такие страшные существа, как многие считают, а их нападение на человека чаще всего спровоцированы самим человеком. Охотно верим, что так и есть, но все-таки плавать в океане на пару с большой белой точно не стоит. Если вы, конечно, не храбрый повелитель акул Майк Рутсон. В далеком 1993 году этот бесстрашный мужчина родом из ЮАР профессионально занимался рыболовством. Из-за особенностей работы ему приходилось часто наблюдать за большими белыми акулами со своего небольшого судна. И на удивление, они его вовсе не пугали, а необъяснимым образом очаровывали. Тогда-то Рутсон и решил изучать этих животных, а в будущем и связать с ними свою жизнь. Уже в 1998 году парень начал практиковать погружение в океан с акулами без какого-либо защитного оборудования. По его словам, для того, чтобы не быть съеденным, ему просто понадобилось тонкое знание акулий и психологии. За долгие годы, что он наблюдал за рыбами, Марк досконально изучил их язык тела и поведение, а позже просто начал имитировать увиденное. Да у него еще и прирожденный актерский дар есть, получается. Вечная бессонница. Иногда думаешь, как было бы здорово никогда не хотеть спать, ведь в кровати мы проводим около трети нашей жизни. Только представьте, сколько еще можно было бы сделать, не будь наш организм таким капризным. Что ж, вьетнамская знаменитость Тхай Нгок, кажется, разблокировал эту суперсилу. Известно, что он совсем не спит уже на протяжении целых 47 лет. Как? Да он, кажется, и сам не знает. Просто как-то раз в 1973 году мужчина сильно заболел и мучился бессонницей из-за высокой температуры. С тех пор он, собственно, и бодрствует. А вы хотели бы так уметь? Ким Пик. Если вы смотрели легендарный фильм «Человек дождя» с Дастином Хоффманом в главной роли, то наверняка считали феноменальные способности его героя выдумкой. Что ж, спешим удивить вас и в этом случае. Этот персонаж был списан с реально существовавшего человека – Кима Пика из США. Мужчина обладал просто феноменальной памятью и запоминал около 98% прочитанной информации с первого раза. Всему виной особое строение мозга, которое, впрочем, доставляло Пику и немало проблем. Дело в том, что если в вопросе чтения американец демонстрировал абсолютную гениальность, то многие бытовые занятия были для него непосильно сложными. Например, Пику было тяжело самостоятельно застегивать пуговицы на рубашке или писать. В общем, делать все то, что задействует мелкую моторику рук. Впрочем, человеком он был жизнерадостным и приятным, а свой необычный дар использовал до конца жизни, никогда не расставаясь с книгой.